Ой. Извини, я не хотел. Да блин. Нет. Да что ты не убиваешься? Задолбал. Не убивается. Есть патроны? Да. Но не для АК, судя по всему. Мишки, думал, это патроны. О, вот это пригодится. Действительно. Сколько у меня там места? Еще нормально. Я у всех собрал патроны? Кстати, они не успели сигнализацию включить. Ага, мост. А что если... Там выключись. Что если нам как-то опустить это? Тут нигде ничего нету? Нет. Ладно. Кстати, тем временем день настает. Ладно, давайте заберемся отсюда. Раз через мост пройти не можем. Проникните в шахту. Хорошо. Найдите рубин. Да не прикончишь ты меня, чувак, не прикончишь. Напомните им, что бывает с врагами мина. Напомни, действительно, напомни. Ёй-ёй-ёй-ёй! Не прекращать огонь! Взорвать бочку. Ой, в ноги прям. Бамс, бамс, бамс. Хорошо. Разобрались мы с братвой. Очень весело было, даже бочоночку взорвал. Небольшую такую, знаете, небольшую. Тут тысячи врагов. Нужно с ними всеми разобраться. Не лень. О боже, сколько их там. Не охраняйте. Чё он не убивается? Вау! Нет! Нет! Ну почему он все время стрелял, и я ничего не мог сделать? Я тебя урою! Не, не сможешь. Я тебя жду. Дорогой. Ой! Ничего себе. Я поднимаюсь. Понял. Из-под земли достать, ублюдка. Будет больно. Достань меня из-под земли. Я хочу на это посмотреть. Чудо! Поднять ворота. Где он? Не прекращать огонь. Давай, давай, выходи. А хотя это тоже неплохо было. Да бесполезно. Бочка. Это отвлечь. Нет! Фух, успел. Лечись, лечись. Давай. Фух. Я вхожу. Ты входишь? Ладно. Какой ты у нас шустрый. Там уже никого не осталось. Кому ты кричишь, чужак? Чувак, ты какой-то несовременный. Тоже всех замочил. Только патронов у меня уже нету.
Зашибись, зашибись. И у них тут никаких патронов не было. Вот можно было взорвать, допустим. И практически ни у кого не было моей игрушки. Понятно. Калашик мы будем, наверное, беречь на особый случай или с дальней дистанции. По-другому я тут вижу, мы не протянем. Чё, мне нравится эта атмосфера, а тут... Кто там нас палит? Ага. Ага. Хедшот! Черт. Давай быстрее. Боже, что он только с собой не творит ради того, чтобы выжить. Короче. Выходи. Раз, пошел. Охраняйте камень. Давай, второй. Второй. Третий. Блин. Нет. Давай, давай, давай. Блин, патроны закончились. Зашибись, везде патроны закончились. Как такое вообще возможно? Везде патроны заканчиваются. Во. Это что? Черт. Ой-ой-ой. Я, кажется, тут спалил им хату. Хату спалил. Хана им. Люди, у вас как бы пожар. Нет. Блин, да как вас много. Нет. Нет. Да зачем ты перезаряжаешься, придурок? Задолбали-то где вы? Зашибись. Давай, давай. Сколько вас тут? Иди сюда, урод. Обезвредил? Это я тебя обезвредил, а не ты меня. Поднять ворота! Где ты? Ты задолбал. Еще скажешь, ты меня убьешь. Я тебя в кам кормлю. На! Такс. Нам нужно ключик спалить. Хотя, в принципе, можно и так. Чё, ну не... О, о, пошло. Давай, открывайся. А я так кручу колесиком. Кручу, верчу, и ничего не изменяется. Давай, открытие. Тут что-то важное, по-любому. Видите, тут даже... Никуда идти не надо. Во. Так, давайте полечимся. Это что у нас? Деньги? Ладно, тоже пригодится. Нам нужно оружие менять. Чувствую, нам нужно оружие менять. Или модернизировать это.
Хорошо. Открываем. Во, что это такое? А, алмаз, это кристалл. Как он там называется? Ой, блин. Они едут. О! То, что надо. Классная штука. Кто нас там палил? А, они снизу идут. Да ты как ты успеваешь так гранату кидать? Огонь! Ну давай, давай, в рукопашку давай еще. Давай в рукопашку. Ах ты, ладно. А-ха-ха-ха. Да? Как ты там засмеялся надо мной? Ого! Чего он не убивается? Слышь, ты задолбал, чувак. Сейчас я знаю, как с тобой покончить. Я знаю, как с тобой покончить. Смотри. Два быстрее. И как раз мне уже нормально, спасибо. Да блин, едь, придурок. Чего не едет? Зашибись. А чё я сразу сдох? Чё такое вообще? Чё я сразу сдох? Только вылез, всё. Всё, погнали. Я нашел эту штуку, погнали. Пока, придурки. И тебе тоже привет. А тот там огнем всё палит просто. Чёрт, это плохо. На рельсы давай, быстрее. Там чувак, задавить его. На рельсы давай. Ой, красавчик. Мы просто молодцы. Выбрались оттуда мастерски. А как там? Оу, трамплинчик. Сейчас мы его преодолеем. Там уже, надеюсь, врагов нету. Погнали. Ну пока, пока. Оу. Да, военных тут... Военных понавозили тут... Капец. Хотя сквозь проехал. Ебисёв, ты недоработка, что ты такой вообще? Всё, выбрались. После на скутере угнали. Превосходно. А мне понравилось, я их не убивал, я просто угнал оттуда. Я надеюсь, мы выполнили вашу миссию. Мать Аджая просила сына развеять ее прах в Лакшмане, в Керате. Короче, там, где мы были в самом начале с этим... как его там звать, я не помню. Ты спас кусочек нашей истории. Керат опять в долгу у тебя. Денег дал. А хотя я и так заработал, спасибо. Тут... Мы в безвыходности. А, навыки, стоп. Навыки. Нам тут доступно... Сколько навыков нам доступно? Три, отлично. Мы уже брали наездник на слоне, нам пока не надо. Движущаяся цель. Убийство денег. А, хорошая штука. Наездник на слоне. Да и к черту с этим наездником на слоне. Движущаяся мишень. Этого не надо. Жнец. Умные гаджеты давайте. Эй, как дела? Так, нам еще что-то доступно? Нет. Ну все. Эл, это то, что нам надо, это оно? Или что такое Эл? А, вот он. Аджай, брат мой! Я как раз думал, что мы должны объединиться. Ты и я. Промысел Божий направил тебя ко мне. Прям он. Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки моей битве и персты мои брать.
это псалтирь. А смысл? Солдат всегда верен своему долгу, даже если этот долг привел его в страну безбожников вроде этой. Мы солдаты, и наша цель защищать, убивать. Знаете, хорошая цель. Для этого? Вера? Я тоже туда получается такой же. Ствол! Без него не пройти бедствию по морю и не поразить волны морские. Поможешь мне, и Золотой Путь получит свое оружие. Хорошо. Ладно. Славьте Господа, пелена спала с глаз юнца. Вертолет, доставляющий груз через горы, упал. Я всего-то юный. Возьми этот датчик. Опереди армию. Отыщи посылочку. Сколько мне лет? Господь лет 25. Дарует тебе транспорт. Что скажешь? Хорошо. Аминь. 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 Ну иди. Иди. Иди, Аджой. Нагорная проповедь. Дайте мне тачку. Намасте, Аджай. Блин, дай мне что-нибудь, а чё буду... А, с этим нужно. Что-то я туплю. Ну, пойдем. Туда, куда нам и надо. Увеличить бумажник можно в меню изготовления. Так вы можете хранить больше вещей. Ходят слухи, что ЦРУ годами поставляет что-то там. Так, что? Дурацкие птицы. Что мне надо сделать? Лонгин, твой навигатор говорит, что я уже почти пришел туда, куда тебе надо. Отлично, Джай. Достигнешь места катастрофы. Осторожней. Армия короля пошлет солдат, чтобы присвоить груз из вертолета. Разбей мерзавцев! Или просто укради груз. Слишком легко. Это у меня еще время ограничено? Не сюда в любом случае. У меня время ограничено, кислород ограничен. А, не видит хуже. Это хорошо. А я все вижу хорошо. Поиск предметов начинается автоматически, когда вы оказываетесь в области, где находится объект поиска. Мигающий индикатор начинает светиться ярче, когда вы приближаетесь к объекту. Если вы стоите лицом к цели, индикатор прекращает моргать и становится зеленым. Ой. Эти дурацкие волки. Стая. Няка. На. Это The Walking Dead. Там то же самое, только быстро не D нажимать, а Q. Задолбал тупой волчара, что ты не убиваешься? Так, вот это... Как там эту штуку? GPS, да. Где он? GPS. Даже напротив него стоять, тогда мы все поймем. Странная штукенция. Так, понятно. Что это? Где эта штука? Где эта штука? А, фух. Что опять переключается? Че оно переключается само по себе? Это мне не нравится. Как нам эту штуку найти? А! 20 метров. Точно. Вот здесь. Вот. Да. Не понял. А пушки где? Найдите грузы. Супер, у меня кислород уже заканчивается.
Из-за того, что я бегаю. Так. Я не знаю, успею ли я. Блин. Работать, я понял. Зашибись, не будут мешать. Он над нами. Блин. Задолбали уже. Все время пытаются меня убить. А у меня вечно патронов нету. Зашибись. Так, берем михорушку. Или у них такая же? Да, вроде такая же. Где эта штука? Ага, наверху. Нет, внизу. Да. И что теперь? Бери, бери, бери. Еще груз надо найти. Ой! Вообще молодец. Я что, знал, что там нельзя? В принципе, мы сохранились. Тут найдено грузов 2 из 4. Не знаю. Куда же я подевался? Наверное, ушел домой. Такой, ну ладно. А тут уже без подсказок. Зашибись. Надо труп искать. Ладно. Сделай вид, что я типа просто не заметил. Леопард. Кислород. А, он просто валяется на полу. А что если тут? Заберись, я тебя прошу. А, тут можно. Кислород. Это дурацкая птица. Че они вечно на меня набрасываются? Напишите, пожалуйста. Что за бредятина? Вечно набрасываются на меня какие-то птицы. А, вот оно наверху. Черт, тут тоже пусто. И последний. Ой. Лечиться, Ctrl, да, забываю. Вообще, я не то полечил, но... Ладно. Черт. Все, отпускай. Да, мы идем. Устройство работает. Кислород мы, в принципе, взяли. Ага, стоп. Да вот же было. Вот туда нужно идти. Ага. Вот и оно. Черт. Ой. Может, хотя бы здесь. Медведь! 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 Ой, черт возьми, канал не поможет. Иди сюда! На, ногой забил. И последний вроде, да?
А, вернитесь, нужно вернуться. Зашибись, я не туда пошел. А патронов нету? Плохо так. Патронов нету. Жизнь кончена. Окончена. На самом интересном месте. Да тут. Контрольная точка. А, ну да, нам сейчас будут мешать. Хотя мы могли сейчас взять квадроцикл, тут другую штуку, которая по снегу ездит. Давай этого зарежь! Давай! Давай! Задолбали мне в жопу стрелять! И все стреляют и стреляют по мне. Один патрон. Не прекращать огонь! Где мой пекаль вообще? У меня был пекаль. На! Да чё ты не бьёшь-то? Ладно, сейчас я вам покажу, только патронов соберу. Или просто через вас проеду. Кстати, да, отличная идея, через них проехать. Давайте мы её осуществим. Патронов нету, почему постоянно патронов нету? Чего они стреляют вечно? Не успеваешь брать одно оружие, как они с другого стреляют. Продвинутые ребята. Я вижу прям вообще продвинутые. О, хоть патроны есть. Класс, зашибись. И меня никто не заметил. И меня опять никто не заметил. Нет, заметили. Прям послушаюсь. Огонь не прекращать. Давайте все заберем отсюда. Где там что? Понятно. Да, прижмите. Гранатометчик, здорово. Все, я зашел. Фактически никого не убивая. Я там убил буквально пару человек. Вот он. Когда война началась, за что бьются? Не помню. За что бьются? Не помню вообще, за что не бьются. Используйте жетоны наемников, чтобы позвать на помощь. О! Отличная штука. Слушайте, я, конечно, люблю действовать в одиночку, но братки мне тоже пригодились бы. В любом случае. Отыщите редчайших животных. Редчайших. Посылка доставлена. Распишитесь. Да, распишись. Думал, там оружие для золотого пути. Потому и взялся. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд. И что внутри? Вообще ничего нет. Тебе лгут, сам знаешь. То, что зовут кругом жизни, на самом деле это жизнь на чужих костях. Ешь или будь съеден. Для животных это... Ну давай ближе к делу, чувак. А люди зовут это бизнес. Бизнес, Аджай. Проклятый бизнес. Это ты ради этого меня звал? Ты чё? Меня спасла пуля. В голову? В голову. Она убила старого Лунгина, страшного человека, имя которому было Палач. Эта пуля
продырявила мой череп, чтобы пустить свет Божий в мое сознание. Я был крещен в водах Гока Фоллс. Так, а бриллианты? Да, кстати, бриллианты-то мне хотя бы оставишь там один. Потому что душа тела в крови, ибо кровь сия душу очищает. Он какой-то псих. Это тени было. Говори прям напрямую, пожалуйста. Каждый бриллиант — грех. Совершенный мной. Коих было много. В итоге, что с оружием? Нет оружия. Будет. Будет? Иди! Передай Амичи и Сабалу эту благую весть. Да, и, кстати, на старой чайной фабрике Деплёр готовит к отправке большую партию опиума. Что? Опиум? Мерзкий. Какой опиум? Иди! Скажи им! А как закончишь, навести меня, ибо не пристанен промысел Божий! Боже ты, баран! О! Ну что ж, здание мы выполнили. А пока что всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось, поставьте лайк, прокомментируйте, а также подпишитесь. С вами был Дэмси и Far Cry 4. Офигенный. Просто офигенный. Нету слов.